Как приятно возвращаться к лучшим фильмам детства. И этот фильм 1994 года. «Побег из Шоушенка». Номер один в коллекции из 250 фильмов Кинопоиска. И номер один в моей коллекции лучших фильмов. Это 10 из 10. Высший балл. Страх — это кандалы, надежда — это свобода. И великолепные, непревзойденные Тим Робинс, Морган Фриман, Боб Гантон, Уильям Сэндлер, Клинс Браун, Джилл Бэллоуз, Марк Ролтон и другие прекрасные актеры. Бюджет был в 25 миллионов бакинских, сборы в США 28, сборы в мире 28, 418 фильм все-таки окупился, но на 7, вы только представьте, 7 номинаций на Оскар. Лучший фильм, лучшая мужская роль, лучший адаптированный сценарий, лучшая работа оператора, лучший звук, лучший монтаж, лучший оригинальный саунд. Трек. Зрителей было только в Америке 6 миллионов, сборы в России 87 тысяч. Премьера в России состоялась 24 октября 2019-го. Что это? Премьера в 2019 году? Ну, наверное, все-таки релиза на... в каком-то другом формате. Так не могло произойти. Релиз на DVD был 1 сентября 99-го. Релиз на Blu-ray 27 августа 2009-го от Союз Видео. И, собственно говоря, я смотрел его на Blu-ray. Бухгалтер Эдди Дюфрейн обвинен в убийстве собственной жены и ее любовника. Оказавшись в тюрьме под названием Шоушенк, он сталкивается с жестокостью и беззаконием, царящими по обе стороны решетки. Каждый, кто попадает в эти стены, становится их рабом до конца жизни. Но Энди, обладающий живым умом и доброй душой, находит подход как к заключенным, так и к охранникам, добиваясь их особого к себе расположения. Это шикарная работа. Это работа на века. Это 10 из 10. Я не скажу, что есть, что это идеал. Нет в нашей жизни идеальных работ. И в нем есть свои минусы. И есть много плюсов. Но все-таки это работа о дружбе. Давайте отбросим все негативные стороны людей, которые совершили преступление, кто-то страшный, кто-то не очень. Все равно это были преступления, да, но фильм все-таки рассказывает о дружбе. Мужской дружбе, которая бывает. И в наше время она очень... редко, очень редко. О фильме много споров. Кто-то за, кто-то против. Кто-то осуждает, кто-то нет, кто-то хвалит. Кто-то критикует. У всех карандаши разного цвета. Но мое мнение, это 10 из 10. Это один из лучших фильмов на все времена. Друзья, ставьте лайки или дизлайки, подписывайтесь на канал, помогайте на развитие монеткой. Смотрите этот фильм в прекрасном качестве на, конечно же, Кинопоиске. И мы продолжаем. Это Great Review Flight, лето вместе с Great Review Adios.